Всем привет, с вами интернет-магазин ЕМЕ54 и я Анастасия. Передвижной телескопический подъемник – это идеальное оборудование для высотных работ. Его компактный размер подходит для использования как в торговых центрах для обслуживания систем освещения, так и на складах, логистических центрах, аэропортах, вокзалах и других промышленных объектах. Ну а сегодня у нас в обзоре мачтовый телескопический подъемник Thor GT-WY-6100. Давайте познакомимся с ним поближе, а также узнаем все о технических характеристиках и с какими задачами он сможет справиться. В сложенном состоянии данный подъемник очень компактен. Его можно удобно расположить в любом свободном месте на вашем складе, не отнимая драгоценного пространства. Конструкция подъемного механизма данного оборудования состоит из мачт. Мачты по очереди выдвигаются друг за другом, поднимая площадку, на которой стоит оператор. Мачтовая подъемная платформа из алюминиевого сплава является надежным подъемным устройством, в котором концентрируются преимущества подобных изделий, изготовленных в этой стране и за границей. Данный подъемник может работать от сети в 220 вольт. То есть при подключении в розетку. Подъем на максимальную высоту занимает 55 секунд, а полный спуск – 38 секунд. Вес данного подъемника – 230 кг. Изделие характеризуется простой работой, малым весом, гибкостью, стабильным подъемом и опусканием. Компактный размер и надежное функционирование делают платформу незаменимой при высотных работах. В линейке передвижных телескопических подъемников GT-WY имеется множество моделей от одномачтовых до четырехмачтовых с разной высотой платформы и с разной грузоподъемностью. Ознакомиться со всеми моделями вы сможете на нашем сайте eme54.ru. Ну а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры на другие товары. Ну а мы продолжаем. Подъемники данного типа предназначены для ровных поверхностей. При температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 30 градусов по Цельсию. Важно отметить, для вышек на опорах уклон установки не должен превышать 0,3 градусов. У данного вида техники достаточно большая область применения. Городское строительство, трафик, сектор коммуникационного оборудования, фабрики, школы, отели, рестораны, высотные здания, площади, парки и многое другое. Но не забывайте о соблюдении техники безопасности, которая предусмотрена в паспорте оборудования. Телескопический мачтовый подъемник – это отличное оборудование для вашего склада или любых других объектов пользования. Данная же модель обладает отличными характеристиками, может потягаться со своими прямыми конкурентами не только в технических параметрах, но и в стоимости, которая указана на нашем сайте. Выбирая себе помощника для решения своих задач, помните о качестве и безопасности. А разобраться, что лучше подход именно вам, поможет интернет-магазин EME54. С вами была Анастасия. До новых встреч! Это оборудование, это идеальное оборудование для высотных работ. Что тут непонятного? Передвижной телескопический подъемник – это идеальное оборудование для высотных работ. Работ. Как и в торговых центрах для… Ну а сегодня у нас в обзоре мачтовый телескопический подъемник Thor GT-WY-106. 600. Тупица. Нормально. Thor GT, Thor GT, Thor GT, GT-WY-6100. С ним мы сегодня... Ты почему такой твой? Не можешь сказать слово. Имеется множество моделей. От однотонных подъемников SG.
Настенька, ты чего? Ты, я забыла ты, уже. Ты кушала? Слова. Ты кушала? Банан. Ну что, бананом тебя придавило, что ли? Ты что? Важно отметить, что для вышек на опорах уклон. А можно ли убить вышки? Написать это для вышек на опорах. Подъемники. Подъемники данного типа предназначены... Важно отметить, что на вышках для опоры... Готово? Угу. Как первый слайд.